Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Врачи и добровольцы Читинской ветеринарной поликлиники в рамках проекта «От сердца к сердцу» объявили сбор средств на создание на базе ветполиклиники стационара для временной передержки больных бездомных животных. Мы решили создать этот проект для той цели, что человеческая жестокость на данный момент не знает границ, по всей видимости. И люди очень жестоко относятся к животным, часто их выбрасывают и так далее. Главная проблема в том, что этих животных потом после воздействия человека, так сказать, содержать негде. Сейчас они находятся в клетках во дворе. Зимой же их поместят в коробки и перенесут в помещение клиники. Другого выхода просто нет. Часто в клинику животные попадают в очень тяжелом состоянии, и им необходим круглосуточный уход в стационаре. Стационар для лечения больных домашних животных в клинике есть, однако там нельзя держать также и бездомных животных. Им нужен отдельный стационар и отдельный уход. Необходимость создания отдельного помещения для больных бездомных животных существует давно, однако финансовой поддержки нет, и даже землю под приют не выделяют ветеринарной клинике в течение 2 лет. Приносят, ставят коробку, собственно, вот так они здесь и появляются. Ну, плюс есть люди-добровольцы, которые приносят этих животных к нам в клинику, больных, измученных, ну, берут над ним вмешательство, и, собственно, мы потом с ними работаем. Есть люди, которые заинтересованы в этом. Забирают даже в другие города, увозят отсюда. Ну, то есть крайне покалеченных, то есть без ног, без пальцев, без ушей, как вариант, без хвоста. Хотелось бы привлечь дополнительно, как бы, какие-то, возможно, даже образовательные учреждения, чтобы прививать детям с детства любовь к животным, потому что жестокое обращение свойственно еще и детям, кроме всего прочего. Волонтеры движения «Шанс» оказывают помощь бездомным животным на добровольной основе. Все лечение животных проводится на пожертвования, которые оставляют в клинике. Сейчас главное наше направление – это стерилизация. Как бы вот помогаем людям стерилизовать, и бездомных животных, которые к нам уже попадают, в половом уже созревании, которых уже можно стерилизовать, мы стерилизуем. И те, которых животным мы также, которых пристраиваем, сразу людей просим по достижению половой зрелости к нам звонить. С помощью сборов, ну, пожертвований мы стерилизуем данных животных. Даже сейчас, вот сейчас на руках, вот у меня щенок. Эта девочка, ей 2 месяца. У нее, получается, был наезд на нее, перелом нижней челюсти в 2 местах. Сейчас у нас крепление. Получается, через 10 дней мы уже будем его снимать, и там уже будем искать ей хозяев. Второй вот щенок, вот тоже подкинули. Ну, как бы здесь, если у этого щенка не видно повреждений, потому что крепление внутри. У этого щенка, ну, на лицо видно отношение людей, как, в принципе, какими животными мы занимаемся. Тоже щенок сейчас находится на лечении, и также, ну, как бы вот, в дальнейшем будем его пристраивать. Поэтому стационар нам очень необходим, это будет вообще очень большой помощью для нас и для наших животных, которые вот находятся на момент лечения, когда особенно нужны капельницы. Случаи бывают такие, что капельницы иногда приходится ставить 3 раза в день. Поэтому стационар нам очень необходим. Который сейчас, вот, что ведется сейчас в городе, вот эта травля, отстрел, это приведет еще к худшим последствиям, потому что из личного просто опыта тенденции. Раньше собаки рожали по 4 щенка, сейчас вот, вот с этой травлей, вот, с уничтожением, отстрелом, место освободилось. И собаки, которые рожали раньше по 4 щенка, они рожают сейчас по 10. Это вот почему вот у нас в нашей группе мы в основном идем в направлении стерилизации. Как бы, чем больше щенков, тем больше живодеров. Для них это есть где повеселиться. Волонтеры не поддерживают прикармливание бездомных животных без их дальнейшей стерилизации. Вред приносят как те, кто прикармливает животных, не стерилизуя их, так и те, кто отстреливает бездомных животных, освобождая место для новых собак. И это неправильно, то, что дохангеров называют волонтерами, потому что они наносят больше вреда. А если дохангер называет себя волонтером при том, то, что он убивает животного, тем более мучительной смертью, какая помощь? Он помогает животному умереть. Кто такой волонтер? Волонтер в переводе – это человек, который помогает. Организаторы проекта по сбору средств на создание стационара для больных бездомных животных на базе Читинской ветеринарной клиники «Сердцем к сердцу» планируют привлечь воспитанников детских домов Читы ухаживать за больными животными в стационаре. Всю информацию о проекте и способах перечисления средств можно найти на сайте начинание.ру. Сбор средств будет проводиться до 17 ноября. Яна Жилина, Илья Татауров, специально для Забинфо.ру.